האורחות צדיקים פישית, הענבה היא מידה טובה, שתו את הענבה. ענבה את הביט פרסטוי. ענבה את הביט פרסטוי של רביק. היא את הסמי סמי חרוש יביש מירי. סמי דרגוי ויש שתו יסט ופסיבישני. והיא הפוך מהגאווה. היא ביט פרסטוי את הקקפית נעברות את גורדסט. כדאות של רביק יסט גרדיניה, כדאות של רביק הוא נבוא יסט גורדסט, ему тяжело получить от других. Он думает, что он все понимает, он все знает. С ним тяжело разговаривать. Человек, что у него есть гордость, он думает, что он самый умный. Он думает, что его сила, что он имеет, или этот нож, что он держит, все это будет его спасать. Это гордость. Он думает, что деньги, что есть у него в банке, это его сила, это его Бог. Нет, это гордость. И Бог такие не любит. И наоборот, Бог пишет, что ענווה היא מידה טובה. ומי שיש בו המידה הזאת, מי שיש בו המידה הזאת, הענווה, кто такой, кто может быть такой, и это работа. И это очень тяжелая работа. Потому что человек иногда, Бог его поднимает, да? Бог его поднимает, и он, у него как начинается быть гордость. А, я уже большой стал. И тут эта работа, тут это экзамен, это испытание. Бог говорит, я хочу тебя поднять, но я жду, что ты работал на это твоя, на твоя ламида азот, что ты не был с гордостью. Много-много должны были быть большие в жизни, что вы знали, очень большие, очень святые, очень великие, очень богатые. И Бог их не поднял туда. Почему? Потому что когда у человека есть гордость, он может потерять весь мир. Все, что у него есть, он может потерять. И так написано, что человек, что он простой, человек, что дальше, если он самый богатый, но он остается простой, что вы знали, он может быть самый важный у Бога. Самый важный. Самый дорогой у Всевышнего. И кто пришел на маала азот, а нехбедет, осе мицва. Дальше написано, что это мицва быть простой человек. И мекабел сахар лефи годел, если он такой простой, он получает за это от Бога зарплата. И сколько он будет больше и больше и больше, и Бог его поднимет больше и больше, и Бог его еще поднимет, и он будет яле ото, вярим ото, и он будет большой, и он будет простой. Ох, у него зарплата большая. Они говорят лехем, вы знаете, сколько это тяжело, очень тяжело. И это нелегко. Человек идет каждый день, пример, да, куда-то. Пример, возьмем какой-то раввин большой. И он заходит каждый день на 30 места разные. И куда он заходит, все его знают, он знакомый. Все хотят, шалом, как ты, сделаем фотку, сделаем что-то, сделаем, я хочу поцеловать руку. Это очень тяжело остаться простой человек. Почему? Потому что, во-первых, ты сейчас чувствуешь, я что-то стою. Я что-то стал. Люди хотят быть близко со мной. Люди хотят меня трогать. Люди хотят со мной фотографировать. Люди хотят от меня слушать. Это на автомат он уже, в автомате. Он хочет, он... Дальше, если он не хочет, он уже начинает чувствовать, я уже что-то стою. И тут начинается проблема. Если Бог не любит кого-то, он ему дает чувство так. Чувствуй, что ты тут стоишь что-то, но наверх, когда поднимемся, это конец, это капут. Я тебе сделаю маленький. Гмара пишет, есть такие, что они большие на низ, и они маленькие наверх. Есть такие, что они маленькие на низ, они большие наверх. Наши мефаршим объяснили там, что это большие на низ и маленькие наверх. Есть такие очень плохие люди, что они очень большие тут на низ, богатые. Они думают только за себя, они не делают ничего, не имеют ничего, ни мицвот, ничего. И у них есть гордость. Наверх они маленькие люди, их никто не будет считать. Их никто сейчас уже там не считает. Но есть такие маленькие тут. Маленький тут это может быть большой человек, но что он себе, он скромный, он себе не считает. Или он бедный, или нищий, или такой цадик, что его никто не знает. Или такой, что делает вещи, что никто не знает. Абсолютно ничего. Ты можешь на него посмотреть, скажешь, а? Это никогда не дал цдака. Но ты не знаешь, что он каждый месяц,
20% от мясер, ставить на конверт и говорить, пожалуйста, отдайте кому вам надо. Дайте кому надо, вы знаете кому надо. Если ты у него задашь вопрос, ну ты хочешь делать мясер или цдака, он может тебе сказать, Барух Ашем, у меня есть моя вера. Он тебе все сделает и покажет, и я не делаю ничего хорошего. Да, я соблюдаю, я Барух Ашем, что я должен показать, я показываю. Человек не может сказать, нет, я нарушаю, я грешу в шаббат, я ничего. Хас ве шалом, хас ве шалом. Но есть мицвот, что надо их скрывать. Пример, цдака, бесетер, что никто не видел. Есть вещи, что надо, ты сейчас кому-то помог, что никто не знал. Ты кому-то подарил подарок, что никто не знал. И это быть простой человек. И когда ты это делаешь, ты от себя спускаешь гордость. Рабби Нахман Мברסלב пишет так. Когда человек дает цдака, и он дает ее, что никто не знает. Этот, что получает, не знает, от кого он получил. И это, что дает, не знает, куда это идет. Он не знает, кому это идет. Он не знает, если Феликс, или Миша, или Яша, или Каша, или Паша. Он не знает, кто получил. И это на это уже автоматит квар. Он снимает от его гордость. Почему? Он хочет чувствовать, я дал кому-то. Я хочу, чтобы он мне сказал спасибо. Я хочу, чтобы он увидел, что это от моих руках. Я хочу ему так вытаскивать. Чак, чак, чак. А? Показуха такой, а? Как это? Кен? Ага, показуха. Ло. Я даю для Всевышнего. Всевышний мне помогает каждый месяц. Я вижу, что я даю, и Бог мне дает больше. Я даю. Но никто не должен знать. Это не только что ты сделал мицва. Ты сделал полностью мицва бешлемут. И это снимает от человека его гордость. Потому что он знает, что никто мне не скажет спасибо, только Всевышний. И когда ты знаешь, что есть Всевышний, когда ты уверен, что есть Бог, ты уже нет у тебя гордость. Потому что если ты думаешь, что ты половина Бога, и твои деньги, и твоя сила половина Бога, у тебя есть гордость. За это тоже сгула, это тоже совет, как снять от твоей гордость. И Бог таки любит. И Бог говорит, это анава и шореша авода. הענווה היא שורש העבודה, את הסילנה ירבותה. בית פרסטוי צ'לובק. מעשה קטן של ענווה מתקבל לפני השם יתברך. זה אי אפשר להבין ממעשה גדול של ענווה. איסטי צ'לובק שסדילה את מלינקי וישי בית פרסטוי. דלבוק את הקק תישי וישי. תישי, סלושה איתי. תישי וישי. תישי וישי שטון סדילה את גורדס. איסטי און דס שס. סטו שקל. איסטה סטו שקל און דליך. От, как простой человек, не хочет спасибо. Он сделал это только для Всевышнего. Он чувствовал, это не я делаю. Это Бог мне дал подарок сделать. Для Бога это как будто ты дал 10 тысяч шекель с гордостью. И это не только как это. Это хуже дать 10 тысяч с гордостью. Это ничего не стоит. Так написано, Барухот Садиким, я вам читаю. Бемаасе катан шел анава. מתקבל לפני השם ברוך הוא, 1,000 ידות יותר ממעשה גדול של גאווה. וכן אמרו רבותינו, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. תקנפיסנה במסכת במנחות, איסטיון סדירת לפסיבישני, סדירת פרקוית לניבו, את הבלשוי ויש. יבא מפיית גברו, את אני לחקור. את אני לחקור, בית בלשוי, בית נקומי, היא עשתה צפרסטוי, את הרבותה. Этот человек должен сидеть с собой час-два, плакать, пойти на море, пойти на какое-то место, что есть вода, что есть деревья, что есть зеленые места, что есть вода. И плакать там, сказать Всевышний, оставь мне простой человек. Что, пускай человек подумал, что я ничего не знаю. Пускай он подумал, что я маленький, что я только начал, что я только, я еще, у меня еще в мозге нету ничего, пустота, у меня там пустота. Пускай что так подумает. Пускай подумает, а, если он пришел ко мне, а, он не такой большой. Да, пускай так подумает. А здесь такие, а, он хочет, что со мной увидится. Пускай подождет месяц. И пускай, что он возьмет очередь. И пускай, что он придет сюда ко мне и подождет тут 2 часа. Мне нелегко достать. Ох ты, гордость у тебя, а. Бог тебе снимет от этого места, что ты там. אך לפני שבר גאון
בוק פישית נאי בתורה לפני שבר גאון פרדת אשתו בוקתי בסנימית בוקתי בספוסטית בוקתי בפדנימית פרדת אשתו יש ציל נידושד דה? לטעם שתו בובית מוריה דה? סונצה דיו תודר נמוריה הקרניים של השמש עם מוריה ודה פדנימייצה נברך ודה פדנימייצה איסטי טיפסטביש תווי ארוכה תיני פצ'וסטוויש טוב ודה פדנימייצה תיני צ'וסטוויש ותווי ירוקך שטוב ודנה פדנימייצה תיני צ'וסטוויש פתמוש תקדאו צ'לווקס גורדסט או ניצ'וסטוויש טון פדנימייצה נו כדל ודה ספוסקייצה וסמיר צ'וסטווית וסמיר צ'וסטווית ודר שטוב ודה ספוסקייצה יקדא יסט גרדי תקי סיל נפסי צ'וסטוויות פתמוש תבוק פישית קדש תות הפדנימייצה אוני צ'וסטווי צ'טון פדנימייצה יאיבה פדנימייו איסטי און צ'וסטוור שטון פדנימייצה אם הוא בלתי ז'לו פתמוש תצ'לווק שטון פרסטוי קדם פדנימייצה און זדאיות בפרוס בוק פצ'ימו יא פדנרזיה שטו חרוש שווה יסדיר שטו יא פדנרזיה יאני תק צ'לווק דורשן צ'וסטוות פצ'ימו תמנה דיוש בוק יסדיר תו תם תו תם קק יא תמנה דל פדנרצה И когда человек поднимается, у него есть гордость, я, мои, о, ты видел, у меня 5 машин, у меня 4 дома, у меня все, я добился, я достал, я да-да-да-да-да, ты поднял, да-да, Бог тебе поднял, но это еще 5 секунд, перед это, что Бог тебе спустит. Лифней шевер гаон. И если Бог тебе так сильно поднял, наверное, такой уровень, на такой этаж, упасть от первого или от 10 этажа, есть разница, мои братья. От первого этажа, если ты упал, ты поломал руку и ногу, максимум, и все. Но если ты упал на 10 этаж, ты это не станешь. Есть такие богатые, что не только они остались богаты. Все их поколения после этого остались богаты. И посмотрите на ваши глаза. Если у них была гордость или нет. Если у них была гордость, их поколения кончили их деньги. Не осталось от этого ничего. Так это в нашей жизни. По-другому я не видел. Мы это не видели по-другому в жизни. И что вы знали? Написано, «Маасе шел геава ино миткабел лифней Ашем итбарах, ки у таават нафшо, таават нафшо, сколько Бог ненавидит люди, что у них есть гордость. Ты не можешь их учить ничего, потому что он все знает. Но человек, что он простой, он получает от каждого человека». На него написано «Микол меламда искальти». Он может учиться от маленьких ребенок. Он может учиться от сами ребенок, что он пустой. У него нет мозги от этого ребенка. Но этот ребенок что-то сделает. Какой-то вещь с руками, какой-то вещь скажет. Что-то сделает. И он будет учиться от него тоже это. Он увидит что-то некрасивое у ребенка. Он скажет «Я такие вещи не сделаю». Это некрасиво. Он будет учиться от каждого. Микол меламда искальти. За это Бог пишет, Туават Ашем кол гева лев. Человек, что у него есть такой характер, Бог его не может навидеть, Бог его молитвы не слушает. Бог говорит, я ему дам, только возьми. Только не позови Бог. Только не кричи, что я тебе нужен. Почему наши матери не смогли принести дети в этот мир, аю акарот? Почему? Потому что написано, что Бог ждал их молитвы. Сколько Бог ждал, что наши матери молились, плакали Богу, кричали. Сколько Бог ждал. Что вы знали, если есть что-то, что Бог любит, это что мы с Ним разговариваем. Когда ко мне звонят, говорят, раб, дай совет. У меня тяжело в душе, тяжело в сердце, тяжело мой дыхание. Я говорю, слушайте, перед всем, перед это, что мы делаем чува, перед это, что мы делаем сейчас мицвот, перед всем, получите на себя 3 вещи. Кто хочет получить совет на весь жизнь, послушайте мой совет. Это не мой совет. Это Адам Аришон, это Ноах, это Авраам Авину, это... יצחק, יעקב, דוד, שלמה, משה רבנו, אהרון, פנחס, все наши отцы, все наши матери, все разговаривали с Богом, все разговаривали с ним.
Нох вышел от тева и кричит Бог. Бог, почему? Почему так ты сделал? Разговаривает с Бог. Нох разговаривал с Бог. Адам решил разговаривал с Всевышним. Бог ему говорит, а Ека, эфо ты? Он с ним разговаривает. Авраам Авину. Вояшкем Авраам, он утром встал, чтобы стоять на одно место там, что он себе взял. Каждый человек должен так сделать. Взять для него один место, что это его место, что там есть дереви, осавим, эцим, вода, море, что-то. И это его место, что он там разговаривает с Богом. Минимум час. Ты не можешь начало час? Окей. 10 минут, 20 минут. Разговаривай с ним. Что ты идешь к чужим? Что ты идешь к другим? Что ты идешь к таким, что тебе не могут помочь? Человек идет к таким, рабио, дай мне помощь, дай мне какой-то... Не, рав тебе может дать совет. Рав тебе может дать совет, посоветовать, что делать правильно, как правильно начинать, как правильно делать, чтобы ты добился, что ты пришел до этой точки, что ты добился, ты сделал чува, что ты пришел и сидел с Богом наверх очень близко, что тебе коров на кисе оковод, что ты был Бога любимый сын, что ты была дочка любимая у нашей матери, у нашей Всевышней, что этот мир так и так кончается, что после, что этот мир кончится, и время наше тут кончается, и мы идем туда, что там, что это навсегда, это не временно, это навсегда, на весь жизнь, что у тебя был хороший дом, тут надо построить дом, что он наверх, есть такие, что построили дом, дом тут на низ, но у них наверх там ничего, пустота. Дальше мелуна, дом для собаки там у них нету. Тут каждая мицва, что ты делаешь, каждая вещь, это строить дом наверх. За это надо, чтобы каждый человек на это думал. Каждый человек, за это я вам даю этот совет. Полчаса читать Тиилим. Полчаса делать минимум итбодедут для женщины тут. Вам надо полчаса в день разговаривать с ним. Полчаса Тиилим. И час слушать Тора. И мужчине, что тут, вам надо 2 часа слушать Тора, полчаса Тиилим и час разговаривать с Всевышним. Если в начало ты не можешь, возьми 2 часа для Всевышнего, дай ему. 2 часа сделай как женщине. И ебош, ляд-ляд. Ты сделаешь как надо. Шулхан Арух пишет, мужчина обязан учиться 2 часа в день Тора. Ты можешь слушать лекции, ты можешь слушать уроки, ты можешь ехать куда-то, ты можешь себе что-то достать, что кто-то с тобой учился. Это еда для душа. Потом он плачет, почему мне тяжело тут, почему мне тяжело там, почему мне тяжело так, почему мне так, 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 так. Потому что ты Бога забил. Ты покормил твой живот, ты покормил твой это, ты покормил все. Если тебе была какая-то охота что-то сделать, ты ее сделал. Ну, для твоя душа ее покормить, что без душа нету тела, без душа это тело, она умирает. Без душа, тело, она вообще не стоит ничего, она ничего, она пустая. Ты ее оставляешь голодная, я не понимаю. За это я вам говорю, идите, не надо никакой раввин в жизни. Рав есть только для совета, запомните. Только для совета. Только вам найти дорогу, как достать эту точку, что вам надо в жизни. Вам исправить вас, вам дать понять, для чего вы родились, что Бог от вас хочет. Рав должен дать совет только от Тора, у него есть кожа, мясо, у него кровь, он человек, он не может вам дать ничего, кроме этого, ничего. Лашем апитронот. Только Бог может сделать все в мире, нету фокусники, забудьте от этого. У тебя есть тяжело на душе, выходи на балкон. Плачь, Бог. Помоги мне, Бог. Ты мне дал испытание, спасибо. Не говорите, не давайте испытания. Скажите, ты мне дал уже испытание? Только дай мне силу пройти. Потому что без испытаний нет чудеса. Нес мельшон нисайон. Если есть испытание, и ты его прошел, Бог с тобой сделает чудеса. Авраам Авину не сказал Богу, дай, перестань, я не хочу больше испытаний, нет. Он прошел их, а Сфорно пишет, так пишет Сфорно, что у него было тяжело в сердце, нелегко.
Он плакал, но он сделал, что Бог ему сказал. Потому что он знает, если Бог сказал, Бог сказал. Бог меня создал, и весь мир на его руках. Если Бог мне сказал, это все для лучшего, это все для хорошего. Я это сделаю. Я не сделаю против Всевышнего. И мне, если он что-то сделал, сказал, цивауте ласот, я сделаю. Я сделаю. И когда я поднимусь наверх, да, я скажу, мне было тяжело, но ты мне помог пройти это испытание. Скажите, Бог, ты мне уже даешь испытание. Не говорите, дай испытание. Не говорите, дай мне испытание, давай. Нет, нельзя попросить. Уже тебе Бог дал испытание. Тебе обидели? Бог, помоги мне пройти. Тебе кто-то оставил? Тебе кто-то вернул плохое за хорошего? Ты сделал только хорошего, и тебе обидели? Бог, я знаю это испытание. Я знаю, это мой экзамен. Я знаю, это что я сейчас пришел исправить в жизни. Ну, помоги мне! Плачь! Ты не должен сказать, Бог, дай мне плакать. Нет, ты сам будешь плакать. Я вам говорю, на мое тело, на... Алай, аль-басари, аль-басар шели, на мясо шели. Нету, я иногда иду туда, разговор, где у меня есть мое место. Я не замечаю, как прошли 2 часа. 2 часа прошел. Каждый человек должен разговаривать с его отец. Особенно, что это Аба Шеба Шамайн, это отец, что мой отец это его сын. Сколько это? Я вам говорю, я, может быть, больше, чем 10 тысяч людей, да, Блия Айнара, Бен Пурат Йосеф, я им дал этот совет. Один от них мне не сказал, что ему стало плохо, или один от них даже не сказал, что он не получил ответ. Во-первых, когда он пришел к Богу, Бог его никогда не продает. Бог его никогда за него не пойдет и будет какой-то, скажет, а, он не так рассказал. Никогда, Бог все оставляет у него. Во-вторых, Бог слушает, мы это все знаем. Каждая женщина, что она моет там посуды, она знает, Бог не слушает, она с ним разговаривает. Все ее проблемы, с кем она разговаривает? С Всевышним. Если сегодня человек увидит, что он сам с собой разговаривает, скажет это, все, он с ума сошел. Поставит его в такой больнице, шель мешугаим, шаар менаше. Ну нет, человек, что сам с собой разговаривает, это нормальный человек. Потому что, когда он сам с собой разговаривает, он сам знает, что это не сам с собой. Это я и Всевышний. За это называется итбодедут. Мельшон бадад, сам. Бадад, итбодедут. Я бадад, я сам. Рабену Бахья пишет, если ты хочешь, что человек тебе будет исправить жизнь, что человек тебе даст какой-то таблетка, что ты станешь богатым, или человек тебе даст какой-то Ешуа везгула векамеа, что ты стал, вау, такой счастливый. Ты спустил от Бога весь этот подарок, что Он захотел тебе отдать. Мише масир битхоно ме Ашем, весам ал азулат, Ашем масир битхон мемену. Ты пошел к этот рабио, что на тебе посмотрели, скажи, что ты видишь. Ты пошел в гадалки, ты пошел такие, что смотрят на кофе, на карты. Ты запомнишь, запомни. Может быть, сейчас тебе будет легко, это яцер ара. Ну еще неделя, 2, 3, 4. Я тебе за этот вещь, я тебе дам такой удар, что ты никогда не ожидал. Ты пошел такие, что они под моих руках. Если я не захотел, что они тут были, они не были. Это твое испытание. Вы знаете, сколько это обидно для Всевышнего, для Бога? Сколько ему обидно, что его дети, особенно его дети, мы идем в такие места, чужая работа. Человек, что пошел в гадалки, человек, что ходит в такие вещи, карты, или человек, что ходит куда-то, моро, такие глупости. Что он говорит Богу? Бог, я знаю, что у тебя есть Тора, у тебя есть твои советы. Но я хочу знать, что будет завтра. Кто знает, что будет завтра? Кто знает, что будет завтра? Человек должен, даже если есть человек такой, что он знает, что будет завтра, даже если есть такой Руах ха-кодеш, ему нельзя это показать. Наоборот, ему надо показать, что он не такой. Потому что если ты покажешь такую вещь, Бог у тебя это возьмет. И есть такие, что у них это нет, у них есть Руах ха-тума, что у них есть сила, от черная сила,
Что он тебе может сказать, что будет завтра или что было вчера? А где тебе больно? Это от ума. И он с этим занимается, чтобы тебе купить, чтобы в конец ты ему там дал несколько там тысячи, 2000, 3000. Сколько больше, так лучше. Отманщики, отманщики, они никому не помогли никогда. Наоборот, это человек, что уходит туда, чтобы скажи мне, что со мной будет. Бог этот человек не любит. Если рав ему говорит только что было, что будет, и ему не говорит, извини, ты должен вернуться в бетшува, ты должен исправить твои греха, ты должен поменять твой дорога, ты должен выбрать другой путь. Если рав такой вещь, он боится такой вещь сказать, он рав-адманчик. Потому что когда человек приходит к раввин, когда ему тяжело в сердце, когда ему нелегко, и кому сегодня легко? И кому сегодня легко? Я хочу тут видеть, у кого сегодня легко? У один проблема с детьми. У один проблема с его женой. У нее проблема с ее муж. У них проблема в шломбай. Любовь кончилась. Она его не любит, она его ненавидит. Он его не это. Деньги нету, кушать нету, долги стали. Та-та, душа, здоровье. Она получила так, он получил так. Он упал, она упала. Мама болит, мама там ей больно. Там мама болеет, папа болеет, дети болеют. Дети это-та. Ребенок стал наркоман. Дочка убегала. Нет, какие проблемы? У кого нету проблемы? Покажите мне тут один, что сидит, у него нету проблемы. ונפיסנה בתורה כי עזבוני ועזבתים. ואם אני אסתבי לי, יבס אסתב לי. כי לא פחדוני ויראה לא היו ממני, לא היה ממני. אני מניה, את מניה ניבייאליס. היא את מניה כך נספוגליס את גריך. נסקדה לי תשיבו, בוק פרסטית. בוק פרסטית. כל האומר אלוקים ותרן יוותרו מאב. Надо быть простой человек. Надо верить только Всевышний. У тебя что-то, что тяжело в сердце? Иди разговаривай с ним. Ты хочешь совет? Дальше, когда ты разговариваешь с Богом, он тебе ставит в голове, откуда получить совет. Откуда получить тот вещь, что тебе нету. И попроси от Бога, Бог, у меня не хватает 1, 2, 3, 4. Я хочу, что 1, 2, 3, 4, 5. Ты сейчас послушал урок Тора? Тебе понравилось? Сделай этот урок молитва. Как? Скажи, ми и тен, кто даст? Что этот урок сейчас, что я послушал, этот урок я все смогу соблюдать и держать, как я слушал. Что я буду такой верующий, как я сейчас послушал. Что я смогу, что сейчас мы тут читали, что я смог держать и соблюдать все. Не только читать и учиться, и учить. Что я смог жить так. Сделай Тора молитва. Это секрет большой. Возьми это Тора, что ты сейчас почитал, и скажи, ми-тен, кто даст, ты Всевышний, ата, рибон ауламим, что это Тора, что я читал или слушал, что я смог ее соблюдать и держать, что она зашла в мое сердце. Кричите, Бог, зайди в мое сердце. Не выходи оттуда. Не выходи оттуда, не давай мне упасть. Что я не упал? Потому что человек, что он упал куда-то, все, его поднимет оттуда нелегко. Иаков Авину потерял 22 года Руах Акодеш, потому что у него была отцвут. Это еще не депрессия. Он только был без настроения. Все, и у него он потерял на 22 лет Руах Акодеш. 22 года без Руах Акодеш. Почему? Потому что он был без настроения. У тебя нет настроения? Закрой телефон, закрой iPad, таблет, Galaxy, Шмалакси, телевизор. Все эти вещи, что тебе вытаскивают от этот мир. Все эти вещи, что тебе могут занести в ад, еще тут, не там только. Там это еще далеко. Я еще на тут разговариваю. Закрой все. У тебя есть что-то сейчас больно на сердце? Закрой, оставь все. Все оставь. Иди разговаривай с Богом. Если ты ко мне не позвонишь после этого, скажешь, Ронен, ах, Ронен, ах, как я чувствую, мне легко, мне легче стало. Я вам говорю, от весь мир я это совет даю каждый день, каждый раз. Разговаривать с Богом, молиться, читать Тейлим полчаса в день, слушать урок Тора. Урок Тора это богослова, это еда для души. Ты кормишь вещи, что они временные. Ты сейчас кормишь твое тело. Ты кормишь твой живот. Извините, как мипад к вотхем. И потом ты идешь в туалет.
это не остается. Только вещи, несколько вещей, да, не остаются, но почти все идет в туалет. И это ты кушаешь весь день. Ну и душа, что она не вытаскивает ничего, она все собирает, это ее еда. Она всегда хочет еще поднять ее, что душа стала большая и полная. И ты ее оставляешь голодной. Это непонятно. Душа, она навсегда. И тело, она временное. Так почему ты этот комишь, и это нет? За это я вам даю совет. Это минимум, чтобы минимум. Час слушать Тора. Что-то, что я смогу быть лучше. Человек, что я смогу, как жить правильно. Я мне не касается, я знаю, что есть Бог. Не надо, что касать, есть Бог, нету Бог. А где Бог? Он там видел какой-то сон. Она там это, он там это. Это красивые вещи. Он там увидел, что есть наверх, что есть на низ. Все эти... Пускай, ну, нагид, что это нахон, азов, за кол зе. Нагид, да? Но я не понимаю. Я хочу стать человек. Докажи мне, как я могу жить правильно. Покажи мне, как мне жить правильно. Покажи мне, как пройти испытания, что есть в жизни. Дай мне понять, как я должен их пройти. Дай мне понять, что бывает в моей жизни, как я должен с ними жить. Как жить правильно в жизни. Если кто-то мне обидел, как правильно ему ответить. Если кто-то мне что-то отдал, я могу взять или нет. Когда я могу, для кого? Все, Тора это жизнь, Тора это законы. Тора это быть человек. Тора это быть лучше, чем ты можешь понять. Это не забывайте никогда. Тора это жизнь. Без этого ты не можешь. Потому что у каждого еврея есть душа. И душа, что ей нужно? Тора, мицвот и маасим товим. Когда человек умирает, что мы для него делаем? Урок Тора. Вытаскиваем сефер Тора, пишем сефер Тора. Делаем благословение на еда, там делаем суда. Делаем мицвот, покупаем книги для него, тикуна клали для него, тилим для него. Потому что мы знаем, что есть душа. Мы знаем, что душа поднялась к Всевышнему. Мы знаем, что только такие вещи им помогут. Если ты дашь там цветы, поставишь на могилу, Бог на тебе смеется. Эта душа ей больно, что ты ставишь вещи, что они так и так еще три дня не остаются. Иди возьми это 100 рубль, 100 шекель, 100 долларов, я знаю сколько. Иди дай лезе книга, что кто-то ее почитал. Если кто-то исправит от этой книги себе, кто-то станет ближе к Богу. Это подарок для душа. Ты это сделал для этой души. Сколько ко мне звонил каждый день. Раб, я потерял мать, я потерял отец, я потерял брат. Что я могу делать? Как я могу правильно сделать? Как я могу это починить и исправить? Пожалуйста. Помогите. Сейчас после этот урок, мы сейчас Безрат Ашем, мы еще этот после урок едем сейчас в другие несколько места. Люди потеряли дети, люди потеряли родители, люди потеряли брата и сестры. Он знает, что это брат или этот его близкий наверх. Мау Салемала, нахо? Что он делает наверх? Он там, у Всевышний. Как я могу ему помочь? Я могу ему помочь. Тора пишет туда. Как? Тора, мицвот и маасим товим. Ки эн локех адам ито клум. Шум давар. Эла рак Тора, мицвот и маасим товим. Мы это не замечаем. Мы это каждый день делаем для наших близких. Барух Ашем, сколько наши, Барух Ашем, стали близки и ближе к Богу. Сколько наши начали соблюдать мицвот на это последние годами. Особенно на последние месяцы. Сколько пришли близко. Сколько пришли близко к Богу. Сколько им стало лучше. И я им задаю вопрос. Честно, вам стало лучше? Все говорят да. Вам стало легче на сердце? Да. Вы понимаете, почему вы сюда пришли жить? Да. И они мне плачут. Он плачет. Почему только сейчас я это знаю? Почему мне это не учили, когда был маленький? Я ему говорю, ничего. Раби Акива тоже в 40 лет вернулся бетшува. Реш Лакиш в 30 лет тоже вернулся бетшува. Ничего, никогда не поздно. Всегда лучше сделать, когда ты еще молодой. Когда это еще в начало. Но лучше поздно, чем никогда. Я вам говорю, в жизни надо только один вещь. Верить, что Бог с нами. Разговаривать с Богом, читать Его книги, слушать Его слова,
любить его сильно, бояться от обидеть его, не сделать грех, починить другие, исправить другие, сделать все правильно, иметь раввин, что ты знаешь, и ты обязан иметь, один раввин, что ты можешь его доверять, что он тебе поднимет на такой уровень духовный, что ты не ожидал, что ты никогда не думал, что такая вещь может быть в твоей жизни. Но ты еврей. И ты еврей, ты не можешь, ты, Бог тебя никогда не забывает. Ты его забыл. И кто забывает Бога один день, Бог забывает его два дня. Так написано. Но когда ты пришел назад к Богу, шува элай, ты вернулся, а шува элехем. Ты сейчас живешь в какое-то место в Антарктике, и твой отец живет тут в Израиле. Вы жили всегда вместе. Один день пришел, ты, я хочу гулять. Австралия, Дисней, Шмисней. Ушел, ты его оставил. Когда Бог может с тобой увидеться? Когда твой отец может с тобой увидеться? Твой отец не оставляет его места. Когда ты возьмешь самолет и придешь назад, ты вернешься к твой отец. И в этот день, что ты вернулся, твой отец тебя увидел, он сам к тебе вернулся. Ты меня оставил, Бог говорит. Не имеет значения, сколько лет. Ты оставил? Хватит. Ты понял, что жить без меня не идет? Жить, сказать, я верю, и я ничего не делаю. Сказать, я верю, что мой ты Бог, но делать все против моих законов? Обидит меня? Написано, имеешь давар, что маалив это Шем, за что осим, кенегет торато и мицвотав. Если ты делаешь против мицвот Бога, против моих законов, против моя Тора, весь мир взял эту Тору, сделал копи-пест. Взял и сделал копи. Почему? Один там поменял все. Но все взяли от нашей Торы. Это наша Тора называется Old Bible. Old Bible. Библия. Это старая Библия. Почему? Потому что это первая. И сегодня есть новый Bible. New Bible. Новая Библия. Почему новый? Это как Мерседес. Если есть новый Мерседес, так был старый. Если ничего не было, скажи Мерседес. Но сегодня есть новый Мерседес. Почему? Потому что перед этим новый был старый. И старый это Тора. И мы знаем, что старые вещи, они самые сладкие вещи. Потому что это как вино. Если он стоит много, он стоит больше. И наша Тора стоит уже 3000 чем-то лет. И мы ее забили. И Безрат Ашем от сегодняшний день мы на себе получаем, не забить ее больше. Никогда, Безрат Ашем.